Впервые в Тверской области проводится конкурс «Главное в жизни – семья». Он проходит при поддержке регионального правительства. Заявки принимаются с начала октября по 10 ноября включительно. Лучшие работы будут использованы для социальной рекламы. Принять участие в конкурсе могут ученики школ, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования Верхневолжья. Работы принимаются в разных жанрах. Это рисунок, плакат, девиз, стихотворение, фотография, видеоролик или радио и телесюжет. Конкурс призван обратить внимание детей и подростков на то, что главное в нашей жизни, а это семья. Путем творческого переосмысления ребята могут предложить свои варианты того, как же на самом деле выглядит настоящее семейное счастье. Очень интересные подходы, очень интересные мысли дети высказывают. В общем-то, я думаю, что у жюри будет очень такой насыщенная жизнь при подведении итогов. Оценивать работы конкурсантов будет 28 членов жюри по различным жанрам. После завершения срока подачи работ в течение 2 недель будут подведены итоги. Тематика принимаемых работ многообразна. Роль матери и отца в семье. Много детей, много счастья. Ответственность родителей и ответственность детей. У каждого ребенка должна быть семья. История рода и связь поколений. Уже по тем материалам, которые поступили на конкурс, Лариса Анатольевна отмечает, что сейчас в приоритете изображение семей, где более одного ребенка. Изобразительное искусство, фотографии, рисунки, в основном это минимум 2 ребенка, а чаще всего и больше. То есть все-таки правильное настроение в плане строения семьи, семейных отношений, наверное, вот в этом и прослеживается. Интересное распределение ролей. Обязательно папа, мама. То есть должны быть все-таки в такой крепкой семье, и папа, и мама, они занимают главную роль для детей и для студентов. Победители конкурса, занявшие 1-е место, получат призы и дипломы в торжественной обстановке. Призеров также наградят дипломами.